Всех хочу поздравить с 2018 годом. Желаю провести этот год в окружении только добрых, положительных, благожелательных людей. Радоваться каждому прожитому дню, дарить улыбки окружающим. Желаю всем здоровья, не болеть. А если, не дай бог, заболеете, то медицинский дом «Одрик» всегда рад вам помочь. Как говорил Чарльз Диккенс, нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты. И в этом деле вам всегда готовы на помощь прийти врачи. Болезни бывают тысячи, а здоровье всегда одно. И это то, ради чего мы каждый день горим на работе. Друзья, я хотел бы вам пожелать, конечно же, здоровья. Причем здоровья не только физического, но и внешнего. Это самое дорогое, что у нас есть. Благодаря хорошему здоровью мы счастливы, счастлива наша семья. Поэтому думайте о себе, заботьтесь о себе. Ведь внешний вид и ваше внутреннее состояние самочувствия – это одно и то же. Поэтому, как пластический хирург, могу сказать – здоровый человек и замечательно выглядит. Дорогие друзья, от всей души хочется поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, воплощения идей и мечтаний, чтобы все устремления воплотились в жизнь, чтобы сны были легкими, волшебными, сказочными, а пробуждения приятными и незабываемыми, чтобы кровь, бурлящая в вас, приносила только идеи свежие, фонтанирующие, подвигающие к высоким свершениям и устремлениям. Счастья, здоровья, всего самого хорошего. Желаю вам, чтобы у вас был всегда ясный ум, голова кружилась только от успеха, тревоги обходили ваш дом стороной, а нервы были крепкие, как канаты.